Симус, дорогие друзья, это у нас канал АС. Меня зовут Андрей. Подожди, куда пошел? Ё-моё, неизвестно. Привет, мы рекламируем агентство. Давай. Так, подожди, неизвестно. Убрать. Дружище, вот я. Вот я. Не могу сейчас тебе долг отдать. Но у меня к тебе деловое предложение. У меня на работе есть возможность вложиться в стартап. Мне немного не хватает денег. Мы оба разбогатеем. Соглашайся. Что ты богатеешь, а мне ничего не даешь. Да. Через 3 дня вернусь с деньгами. Хорошо. Здравствуйте, обнаружена критическая задолженность. Срочно оплатить счет, иначе мы будем приостановить подачу электричества. Оплатить счет можете в онлайн-банке. Отлично. Подожди, банк. Не забыл. Отлично. 4 детали. Ты кто такая? Аня. Нет, тут Аня. Здравствуйте. Только я на минуточку. На минуту отвлеклась, и мой телефончик погрыз песик. У Сары такой милый собакин, на первый взгляд. Да я присматриваю за чужими питомцами. Отремонтирует Е. Какая добрая. Леди. Вон, наличие есть. Давай за час. Модель М, задняя панель. Модель М. Модель М, задняя. Задняя панель. Завтра. Да чё, вчера проиграли, это провал. Теперь нам не стать чемпионом. Подожди. Эй, мэн, время делать дела. Есть тут дешевый штрих. Нужно фото вытянуть из него. Из-за них спешу честь долгу тебе. Ладно. Привет, это Славик, найди мне телефон Сюзанны, это очень нужно. Че? У меня телефон постоянно зависает. Глянь на него. Давай только кота за хвост тянуть не будем, ладно? Делаешь быстро, заволочу, хорошо. По статистике, от выпадения волос страдает в среднем 60-70% мужчин. За 3 часа. Быстро, да, говоришь? Основная плата. Не могу это заказать. Основная плата S. Основная плата S за час. Так. Подождёмся. Ты кто? Алина. Что, блин, новый. Подожди. Быстренько. Клянусь богом, я тебя найду. Открылся новый ресторан Хавай и точка. Хочешь? Так. Тут ничего такого нет. Делаю татуху байкеру. Подожди, татуху байкеру. Смотри сообщение. Можешь завтра за меня выйти на работу? Эй, твоя совесть. Ты вчера обещал начать заниматься спортом. Лежать на диване не считается. Ничего нету. Давай. А я случайно написал ночные волы. Он так взбесился, денег не заплатил. Еще и телефон сломал. Плюс тут. Раскрыта тайна яйца. Ё-моё, ты кто такой? Так, модель М. Ой. 200. Так. Модель М, задняя панель. Модель М, задняя панель. Что у всех задняя панель? Я чуть не понял. Приветствую. Ну и холод у вас в городе. Где этот-то? Почтальон. Я ехал к вам целых 3 часа. Вичел Брис, нет, человек другой. Так. Наши местные не смогли починить мне телефон. Может вы сможете починить, только не накручивать ценник. Очень много денег ушло на дорогу. Да? Что тут ушло на дорогу-то?
Ну ладно. Основная плата. Основная плата S. Ну, так, а, время идет. Основная плата S. Основная плата S. У меня тот быстро, тот хочет заднюю панель. Или тот? Тот, наверное. Наверное. Ну да, он больше заплатит. А вот и я. Подожди, сумма, вот и я. Я жду, пока куда придет. В связи с остатком, возможно, задержка ставки. Вернулся, наконец. Да знаю, я готов, просто тянул время. Что ты мне тут показываешь? Что ты у меня? Такую волну оседлал. Ну, где курьер-то? Как телефон, кстати, живой? Живой, живой. Курьер. Мир тебе, брат. Аня, Аня, готова. Стелла, Стелла, нет мне. Крышка, крышка на месте? Отлично, я вами горжусь. Если могу не платить, да? А вот я. За что тебе? Что вот я? Это кому? Классно, фоточки, то, что нужно. Списываем тебе. Окей. Надеюсь, вы все заказали для ремонта. Вот мой телефон ремонтируется. Блять. Что заказал я? Что заказал? 3 часа. Нижняя плата S. Почему так долго? Я же написал заранее. Да, да? Сюзанна. Еще пипец. Готов. Чего сказал? Ничего не понял. Модель М. Ой, что там модель? Дисплей М. Дисплей. Дисплей М. Иди-ка ты нафиг вообще. Работник тупой говорит. Он на заход. Приветствую вас, юноша. Я пройден в вашем великом городе. И мне нужна ваша помощь. Мой драгоценный телефон. Он разбит. Можете ли вы установить его? Мне так понравилось им пользоваться. И я уже не в силах потерять связь с этим миром. О времени не беспокойтесь. Я могу и подождать, если результат будет достоин. Да? Давай, 4 часа. Дисплей S. Дружище, ну не тяни резину. Классно, вообще теперь летает. Ну, здорово. О, красавчик. Отлично. Что у нас тут? Роботы какие-то. Сюзанна. Лейси. Мне предложили открыть пеньку флат. Да, вот 13 готовых. Что делал, думаешь? Кто ты и почему твой номер написан ручкой на моем животе? Что у нас тут? Сюзанна, вы могли бы встретиться сегодня, если ты свободен. Сегодня последний день для подачи заявок на курс основ фотографий. Да забей на нее. Никуда она не убежит. Давай лучше приставку попробуемся. Денис.
Я это перед твоей дверью дошла. Похоже на лотерейный билет. Тик это нафиг. Не ты сушим стрел? Забирай, может кто-то вернет за ним? А если не возьму? Довольно визитку можете использовать в конце дня. Что там? Работает. Работает же. Чего? Я вернулся. Телефон работает? Подожди. Тут Ахина. Ой, Ахина. Я таки Ахина. Блин, это работает, конечно. Классно, думал уже не починить. Так. Больница. 30 минут до выхода. Где тебя носит? Сегодня последний день для подачи заявок на конкурс фотографий. Уж ничего нет. Вы справились? Мой телефон включился? Ты кто? Ерик. Да, конечно, Ерик, ты чё? Тупишь-то вообще. Включился, не включился, говорит. Аренда. Ну, это, конечно, купил. Купил. Вот тут аренда. Нихао. Здравствуйте. Я только прилетела к дедушке в гости. Хотела сделать сюрприз. Зачем я только положил телефон в багаж? Смотрите, как его раздавило. Как теперь я позвоню дяде? Почините, пожалуйста, побыстрее. Побыстрее, что у него там может быть? Нижняя плата. Ну, нижняя плата S. Нижняя плата S. За час. Я О, как прикольно. Гав-гав. Здорово. Видишь, что ты побалуйся. Помогите, пожалуйста, мой телефон разбился. Гав-гав. Да, подожди, я запчасти жду. Гав-гав. Ой, простите. Здравствуйте. Я только что с поезда, мне срочно нужно снять квартиру, гав-гав. Я так торопилась и выронила мой телефон, все контакты в нем. Вы ведь почините его? Гав-гав. Ты же здесь, что ли? Подожди. Гав-гав. Миюки, да? Ну да, Миюки. Гав-гав. Так, у вас модель... А, дисплей у вас сломанный. За 3 часа приходите. Дисплей. Приказ принят. Погоди. Ну? Погоди. Сейчас курьера подождем. Люди, которые торопятся, готовы платить больше. Получилось? Погоди. Прибудет завтра. Курьер стоит в очереди, доставка упаковывается. Я могу позвонить дяде? Курьер стоит в очереди. Это... Дура. Ну где вас шатает вообще? Ничего не прав. Ну и хер бы с тобой. А чего приходите пораньше? О, рыженькая. Где мой мультипаспорт? Кто тебе мультипаспорт нужен? Ты че? Ха-ха-ха. Короче, я мобильный аппарат вам притащила. Купите на запчасти. Телефон сильно подробно, но работает. Да, супер.
Понятно. Разбор. Так, то есть Эмма. Эмма. Да, готов, а что ж. Спасибо. Бежать. Отлично. Тут. Минус 522. Ёлк-макарёк. 3000 должно быть. Дебилы. Гости к Хвазису. Вот здесь сегодня будет, что-нибудь будем. А давайте уж. Тем уж шарлатана. Арендодатель, добрый день. Напоминаю, что сегодня день. Оплата аренды. Подготовка к моему проходу 200. 200 им подготовить. Гадина. Система наружная провокационная фото. Политика. Но мужчина заявил, что данное фото сгенерировалось в нейросети. А какая разница, что у него там? Если честно. Ну, его личные данные. А, Анна. Виви, я нашел отличное место для ужина. Как насчет встречи там завтра вечером? Виви, малышка моя, я уже скучаю. Пришли хотя бы пару фотографий. Не нужно рассказывать про свою нефотогеничность. Получил свежую партию красненького. Заходи на дегустацию. Дегустацию. Селена. Ну какой, Джимми Мачала. Как дела, братан? Я себе гитару новую заказал. Пришло сообщение, что заказ доставлен, но я обрадовался. Прибежал в доставку, достаю телефон и представь себе, он не включается. А без кода в телефоне мне мою гитару не дадут. Выручай, бро. Ну, как всегда уж. Нижняя плата М. Нижняя плата М у тебя. Да, нижняя же. Нижняя плата М, да. Нижняя плата. Что там? По стоимости дешевле, чем в других сервисах. Больше никогда. Легко нашли общий язык, очень недоволен. Здесь работают прекрасные люди. Кто-то прочитал мои смс-ки, да? Работает же. Работник максимально тупой. Я сделал заказ онлайн, а он не справился. А что поделать? Не все же на супер-пупер делать. Клиентов не уважают, но чинит хорошо. Да. Тут 3,9. Не 5, да? Ну нет, 5 уж. 5 он никогда нигде не будет уж. Не будет, если будет только один заказ. Тут. О, здорово. Накладка по доставке. Пит. Эй, Джим, ну ты где? Мы парнями ждем тебя, только тебя. Ваш заказ поступил в пункт выдачи, назовите код, чтобы получить заказ. Привет, мне нужно пару уроков гитары. Игры на гитаре. Не советую отказывать. Я девушка не сильно терпеливая. Я надеюсь, ты понял, о чем я. Опять-то я вернусь. Обрадуйте меня. Дослы вам установить мой аппаратик. Прекрасно работает. Он так, как новый. Благодарю. Юшина. Иван Соло. Дабы ты не задавал лишних вопросов, расскажу сам. Мы тут за углом сериал снимаем. И наш костюмер идиот. Вместо сюжетного кимоно положил мне гримерку. Вот это платье. Забрал мою одежду и пропал. Не могу теперь найти. Я так разозлился, что сильно сжал в руке свой телефон. И теперь не могу ему позвонить. Мне очень нужен срочный ремонт. Включай, а то это какой-то позор. Чё у него? Основная плата, да? Ну-ка, основная. Сжал телефон. Основная плата. За час. Надеюсь, да?
Дисплей. Да иди тебя колотите. Так, я заказываю так. Дай 50 минут мы возьмем. Дисплей S. Дисплей S. Дисплей S. Дисплей S. 50 было? 50 тысяч. Дисплей, основной плат. Нафиг я взял за основной плат? Ну и фиг бы себе. Дисплей S. Так, здравствуйте. Случилось ужасное преступление. У меня из галереи украли картинку, единственное фото в этом телефоне. Я только вчера ее закончил, это был шедевр. Учините, пожалуйста, во имя искусства. Что, дисплей надеюсь? Нижний плат. Нижняя плата. Так, нижняя плата, да? Так, подожди, какая нижняя плата? Нижняя плата S. Нижняя плата S. Нижняя плата. S. Подожди, ты дрить тебе платить. Ничего не стерлось. А я не помню. Подожди, есть тут цветочки. Фигня, Нина. Слушай, тут парень интересовался, вырастут в цене твоей картины после смерти. Я сказал да, и он купил сразу три. Я гарантирую, что дадите, что картина не поддельная, хотя бы 2 года. Совсем не заряжается, не включается. У вас же недорого. А в 50, да? А что, прям 50 придет, да? Конечно же, он прям 50 придет. А курьера нет. Сможете починить? Я курьера жду. Наличие есть. Как за час. И недорого, да, говорит? Надо за 3 часа. Нижняя плата. Нижняя плата, а. Нижняя плата, а? На завтра. Я вижу, что ты опять сделал покупку на Амазонке. Надеюсь, это было не еще одно платье для кота. Пришли данные для идентификации по этой посылке. Мы тебя не обманем. Точка лох. Ну где эта фигня-то, ну? Да ёк-макарёк! У вас получилось? А мне получилось. Намасте. Я проводила сеанс йоги на свежем воздухе в парке. Демонстрировала ученикам технику выполнения позы чатвагаранга. В какой-то момент мой телефон выпрыгнул из кармана. И как назло упал плашмя прямо на каменную тропинку. У меня там расписание занятий. Нижняя плата S. Нижняя плата S. Восхитительно. Тут работают неудачники, чинить телефон не умеют. Сервис тут у вас, да? Здравствуйте. Выручайте, вчера вечером выкрутился и все. Черный экран. Может, шлейф какой-то отсоединился. Надеюсь, недорого, а то сами понимаете, ситуация в городе нелегкая. В общем, посмотрите, вам виднее. Недорого, недорого. Нижняя плата А. Нижняя плата А. Нижняя плата. Нижняя плата. Требует завтра. А. Сколько мне надо ему платить? 200, да? В банке можно взять только 500. Будет 2.
Так, правильно, питание, горошек, славик. При этом у меня проблемы с излишним затвердением нижней части тела. Может, сможешь помочь? Привет, напомни-ка мне, когда у нас следующее занятие. Тут я танец новый придумал, назвал Намго или Пого. Решил пробовать в одном баре. Стопай. Ну и чё? Телефон выпал, и я по нему попрыгал пару раз. Теперь он не включается. Сможешь починить? Модель М, нижняя плата. Модель М, нижняя плата. Модель М, нижняя плата. Не забыть, не знаю что. Попробовал сделать ягодный джем. Теперь у меня весь дом в ягодном цвете. Думаешь, это модно? Привет, как дела? Ничего никому не надо. Тут не пишет. Я знаю. Нихау. Я знаю. Чё? Так что начнёшь сразу подготовь 3000. Чё, издеваешь, что ли? Здравствуйте. Была на дегустации вин и уронила свой телефон в графин с игристом. Я думала, что он подсохнет и заработает там. Но уже неделю не включается. Вот, держите. 3000. Да ты чё, офигел совсем, а? Нижняя плата. М. Нижняя плата М. Нижняя плата М. Готово. Получается, можно забрать. Забирай. Фух. Чё вы не как алкаша? От него что ли? Где уж тут этот жалуется? Подготовь отчет на завтра. Приглашаем на открытие нового ресторана в субботу. Алло, чё? Заказы есть, этих нет. Этот парень явно бандит. Че, мне кредит, что ли, брать надо? Ну, лучше сюда давать. 200-200. Да, все равно и так не хватит. Отложись. Я подожду. А как мне этот асфальт купить этот? Привет. Я вот у твоих соседей работаю. В магазине корма для животных. Заходи за кормом для своего питомца. Но я пойду поработать, а то хозяин заметит, что я опять отлынил от работы. Где чудо? Прям перед закрытием. Вот я. Готов мой телефончик. Как? Если эта алкашка уйдет, ничего не даст? Хана ему. Вампир Викторианец уничтожает урожай томатов в стране. Физкульт, привет! Он принес на лимон свой холодильник. Совсем пора писал. Пельмени все слиплись. Холодильник не чините. Ну это что же получается? Мне в другой день что-то тащить. А может посмотреть все-таки? Ну это пойду. Я посмотрел бы, я не знаю, что он не хочет. Эй, мэн, повар местный забегаловки общается с конкурент... С конку... Общается с конкурирующим авторитетом. Мне нужно знать, какую информацию с ним делится Лофи. Если пришлешь данные, спешу сейчас долго. Лофи, да? Лофи, 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 Лофи. Поставим дешевле, чем других. Никак.
Локи, Локи, Локи. Что, где все-то? Алло? Ух ты какая. Это из этого прям. Смотри, смотри, это из этой. Как его? Неходящий замок. Они все призраками. Дядя. Вот, смотри, смотри, смотри. Бери. Эй! О! Подожди, о! Дяденька, я потерялась. Мне нужно найти своих родителей. Вы сможете починить мой телефон? Правда, я не знаю, как расплачусь. Денег практически нету. А так можно, что ли? Модель А, основная плата. Модель А, основная плата. Тихоня. Основная плата, модель А. Ух ты. Серж какой-то. Привет. Я сделал фото своего гастрономического шедевра. И мой телефон ушел под соус. Теперь у меня телефон в тартаре. Что-то новенькое, да? Да, обычная ситуация, что-то прям. Новенько, новенько. Не, не новенько. Неисправленность. Мало бы всем даю, а? Он так откажется. Нижняя плата. Э? Нижняя плата М. Нет. Нижняя плата М. Чуть ли не за бесплатно работаю вообще. Что мне тут интересно? Тут ничего не сделали. Юрий. Ваш робот-пылесос пытался захватить мир. Я успокоил его. Обещаем дать ему выходной на следующей неделе. Ожидается сильный дождь. Дождь. Дождичка. Дождичка испугался. Сиди дома, если сахар. Гена. Привет. Можете заднюю крышку поменять? Моя сестренка разрисовала его. Насчет денег не волнуйтесь, их у меня полно. Мне побыстрее, пока мама. Так, что? Задняя панель, да? Задняя панель. Шутка. Чё шутка? Чё шутка? А у меня денег, оказывается, нет. Есть! Деталь есть. Модель М. Рассчитываем тебе. Привет, я снова на связи. Забрал трубку из сервиса. Тот, который на месте цветочного магазина. Юноша, вам лучше незамедлительно вернуться домой вместе с моей кредиткой. Иначе ваша пятая точка красится в красный цвет. Крис. Мне Крис мне позвонила. Мать, лучше бы ей все показалось. Подожди. Штуку нету. Ловь, по-моему, должна как-то дойти мне. Ловь нету. А если Ловь придут, не отказывал? Приходи вечером на кухню. Там сегодня устраиваем битву за последний кусок пиццы. Я вижу, что ты опять сделал покупку на Амазонке. Надеюсь, это было не платье для кота. Поймал мышь в подвале. Думаю, она готова стать нашим новым питомцем. Хочешь придумать ее имя? Че? А, Лофет. Это новая банда занимается разводами. Нужно будет найти их и уязвимое место. Это Гена, даже не Гена же. Серж. Ой. Где? Да, Лофи. Приглашаем на открытие нового ресторана в субботу. Виолетта? Здоровчик. От меня не сильно пахнет. Воет. Я из полицейского участка весь день пустил из-за какого-то комментария. Копы хотели мой телефон посмотреть. Ха-ха, хрен им. Я его разбила. Короче, дела такие. Мне очень нужно быть на связи с клиентом, сам понимаешь. Почини по-быстрому, насчет бабок не переживай. Я не жмотка. Да? Ну давай. М-дисплей. Ой, иди нафиг.
Ну, привет. Подожди, все, чинит. Это не ты? Димитреск. Что-то сегодня все такие персонажи. Привет, малыш. Телефончик починить можешь? У меня сегодня много дел с моими девчонками. Сделай быстренько. Как многодетная мамочка ждут скидочку. Динамик М. Динамик. Динамик М. Динамик. Где динамик М? Динамик М. Завтра. Дядя? О, тут было бы, наверное, получше, да? Вот так вот. О! Дяденька, у вас получилось? Конечно, все получилось. Ну, спасибо. Спорт, киса. Пришли данные для идентификации. Пройдите по ссылке. Мы тебя не обманем. Лох. Твоя сестра прячет свой телефон от нас. Думаю, он в той тряпочке в зеленом кактусе. Еще раз. Да, телефон готов. Да, готов. Огромное спасибо. Вы настоящий монстр. Мастер. Мастер, не монстр. Чини, ладно. Но стекла бы вам протереть. Это стекло. Годится. Что, фигло, что ли, годится? Так не годится. Это водится. 150. 4-0 у меня рейтинга. Ой. Здравствуйте. Я проездом в этом чудесном городе. Мой телефон украли на вокзале. Я купил этот в одной лавке и через день он перестал работать. Мне сказали, что это не гарантийный случай. Почините его, недорого. Очень хочется домой позвонить. Недорого. Но если недорого, то... Ой. Нижняя плата М. Нижняя плата М. Работа за этот заказ получил всего 50. А где этот бомжик-то? Он деньги обещал мне дать. Макс Печкин. Здравствуйте. У меня послезавтра экзамен, и я совсем не готов. Но я загрузил в телефон кучу шпаргалок. Видимо, скачал вирус. Телефон вдруг выключился. Выручите, пожалуйста. Только денег у меня не так много, я студент. Что, совсем что ли офигели все? Это экзамен, да? Нижняя плата М. Нижняя плата М. Да? Заказ, заказ принят. Добрый день. Я только что сдал экзамен карате и мало того. Что вместо синего пояса мне дали синее кимоно. Так я сломал свой телефон, просто сел мне. Почини, пожалуйста. Ну, дисплей М. Дисплей М. Дисплей М. Я опоздал. А тут что опаздывать-то? Напоминаем о важном платеже, проверь свой банковский счет. Вчера было очень классно, приходи еще, но лучше через неделю. Какие-то эти у них смотрят, каких корейских сериалов. Григорий Мармеладов. Добрый день, я увлекаюсь фотографией редких птиц, но фотоаппарат у меня, к сожалению, нет денег. А, ну она фотоаппарат нет денег, потому что камера на телефоне. Она начала барахлить. Качество уже не то. Сможешь позапылить? Можешь починить? Могу побыстрее. Камера М. Камера М. Камера, камера М. Камера. Подожди, ограничение прав. Ну ладно.
Работал так, до встречи можешь. На кассе некрасиво закращай, иди нафиг. Ту-ду-ду. Спорт, опять что-то это. У вас пропущено вызов. Нам эпизод твоего любимого подкаста уже доступен для прослушивания. Че, никто ничего не пишет, что ли? Смотри, че, а? Не секретный агент, ничего мне не пишет. Да, не опоздал. Вот если бы ты вовремя пришел, если надо было за час. Тогда бы, да, а что сейчас давать? Живы. Да, не знаю, зачем тебе давать живы. Ничего. Ой. Где бомжик этот, а? Три тысячи. Как мне тут купить этот? Я же быстро был со своими словами, зарядил 3 раза больше. Сильно торопился, но мне все понравилось. Очень нехорошо, но очень дорого. За скорость. Да, починили всем все. Все что ли? Да ладно. Все. Что время-то уже как-то мало. Да еще, серик. Ой, серик. Банк. 2000. Может, не еще надо будет сходить. Еще спишу 1000. Ну, а фильм уже сколько бьет? Все рекорды. Да, став где детали. Ту-ту-ту-ту. Давай еще немножко. Ту-ту-ту-ту-ту. О, нифига себе. Хотя, давайте на следующей серии оставим. Ладно. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, лайк, комментируйте. Ну и, конечно же, до встречи. До новых сериков. Всем пока-пока.